Санитарное состояние острова Путятина и побережья бухты Руднева проверит комиссия. Рейды запланированы в 20-х числах августа. Тем временем в интернете уже появилось видео, на котором наглядно видно, что на острове образовались несанкционированные свалки мусора. Какие меры планируют принять городские власти, расскажем далее. Один из самых красивых уголков нашего городского округа – остров Путятина. Санитарное состояние его территории в летний период резко ухудшается в связи с наплывом отдыхающих. На днях в сети интернет появилось видео, снятое жителями Путятина, на котором отчетливо видно, что территория около поселкового кладбища превратилась в свалку отходов. В траве валяются бутылки, пивные банки, одноразовая посуда и другой хлам. Что касаемо Путятина, да и вообще побережья на территории городского округа, данная проблема возникает каждый год. Каждое лето к нам едут отдыхающие, и, соответственно, после наших гостей администрация города вывозит весь мусор. Это у нас каждый год происходит, поэтому с острова Путятин также мусор будет весь убран. На сегодняшний момент как бы по острову немножко, вот на сегодняшний день, да, оно как бы не актуально в каком плане. Еще до конца августа есть дни, и вывозить паромом — это очень дорогостоящее мероприятие. Вот. Но на этой неделе будет вывезен мусор, которая свалка расположена в районе кладбища. Вот, работа в этом плане ведется. Нашествие отдыхающих не проходит бесследно. Сопки и побережья не только острова, но и другие городские пляжи продолжают обрастать мусором. Отдыхающие явно не считают нужным соблюдать правила «увези с собой то, что привез». Если у территории есть арендаторы, то им предстоит серьезная работа по очистке пляжей. Если арендаторов нет, то всю работу по вывозу мусора предстоит организовывать городской администрации. Что хотелось сказать нашим гражданам. Вот территорию, которую облагородила администрация города, это район Руднева возле лагуны, вывезли гаражи, убрали мусор, облагородили, поставили лавочки, что мы видим на сегодняшний день. Я сама там бываю достаточно часто, то есть битое стекло, пакеты с мусором. Хотелось бы обратиться к нашим горожанам. Ну, вы берегите то, что для вас делает город. Ведь там замечательное место для отдыха, там же дети. Ну, нельзя так относиться к тому, что достается довольно-таки, ну, трудно достается городу. Администрация Фокина просит жителей и гостей города бережнее относиться к природе и не оставлять после себя мусор. Ежегодно только на уборку и вывоз мусора с несанкционированных свалок из городского бюджета выделяются миллионы рублей. Отметим, что согласно статье 7.21 44-го закона Приморского края по сбросу мусора на физических лиц предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Однако, как показывает практика, привлечь к ответственности нарушителя непросто. В ближайшее время на территории городского округа пройдут рейды на пляжах Руднева и Домашлино. Представители административной комиссии совместно с рыбинспекцией и полицией проверят санитарное состояние побережья.